Всем привет, друзья, меня зовут Фадрикс, и добро пожаловать в Внуки Видосик. Ребята, сегодня я буду делать сумасшедшие вещи. Друзья, у нас одна очень прикольная штука поменялась в обновлении. У нас тут добавили лимитку, точнее, у нас тут добавили лимит, который гарантированно нам дает секретку. Смотрите, 6000 раз нам нужно нажать. Я посчитал, если у нас 50 штук мы получаем за 400 вот этих вот токенов, то мне нужно где-то примерно 48 тысяч токенов. Друзья, у меня уже есть 40 тысяч на каждом, поэтому я сейчас поменяю, у меня уже время настало. Я сейчас сделаю конверт. Вот, отлично, все работает. И попробую получить секреточку, точнее не попробую, а стопудово получу сегодня 3 секретки. Вот такую вот секреточку. Потом вот эту, и, ребятки, вот эту вот секреточку. Все 3 секреточки я, походу, должен получить 100%, потому что у меня будет по 60 тысяч, ребята, по 60 тысяч каждого токена. Ребята, я уже потратил по 400 тысяч на каждую штуку. Здесь 400, здесь 400, здесь 400. По 2 раза. Получается, потратил 800, 1600 и 2 миллиона. 2 400. Ребята, я уже 2 миллиона 400 потратил. И еще где-то 1 200 я должен потратить на то, чтобы у меня вот это вот все было по 60 тысяч. Сейчас у меня по 40. Нужно так, чтобы было по 60 уже на верочку. Хотя, в принципе, можно сделать, знаете что? Можно сделать не по 40, можно сделать по 48. Чтобы не тратить кучу денег. Ну, короче, все равно, ребята, я сегодня потрачу, я уже потратил, и еще потрачу кучу гибасов, и будем получать новые секреточки. Друзья, 3 дня мне пришлось, 3 дня пришлось ждать, потому что 20 тысяч только можно за один день получить. Я 3 дня этот ролик записываю, поэтому, ребят, надеюсь на вашу поддержку, на ваши лайкусики и на вашу подписочку. Ну и не забывайте заходить в мой телеграм-канал, там сейчас проходит конкурс, и постоянно я там сообщаюсь. Каждую неделю новый конкурс на новую секреточку, ссылочка на телеграм-канал в описании. А я начинаю, погнали! Спонсором ролика выступает сайт FanPay, где вы можете купить робоксы, петов и многое другое в любой игре. Все, что вам нужно сделать, это найти нужную игру в списке, выбрать, что хотите купить, проверить продавца, купить предмет, после чего получить предмет и подтвердить сделку. Покупайте робоксы и предметы в любимых играх на FanPay. Лучший сайт, который экономит ваше время и деньги. Ссылка в закрепленном комментарии. Итак, ребятки, давайте, короче, 48. Я посчитал, если я правильно посчитал, 100 штук у нас получается 800, 1000 штук это 8000, а 8 умножить на 6, на 6 тысяч. Это получается 48. Итого 48 тысяч. Но я надеюсь, конечно, что нам не выпадет раньше. Давайте мы сейчас менять не будем. Мы сейчас 40 тысяч пока что откроем полностью. Единственное, что мы сделаем, мы, конечно же, заюзаем. Заюзаем. Где у нас здесь? Вот оно. Вот тут, наверное. Вот так вот. Лаки. Все. Вот это нам нужно по любасику. И будем открывать сразу по 50 штук. Так, но перед этим мы почистим. Хорошенечко почистим. Так, у нас тут, в принципе, оно ничего не меняется. Да, 24 минуты ничего не меняет. Мы почистим вот здесь. А, у нас все почищено. Но у нас все равно здесь 80. Но, в принципе, я думаю, должно хватить. Главное, чтобы мифики не сильно падали. Хотя пусть падает, короче, все что угодно. Но лучше, конечно, секретки. Все, ребят, давайте. Значит, погнали. Сюда. Ты дыщ. 149. Тратим. Я думаю, так мы сделаем. Мы сейчас потратим 20 тысяч. Если не будет что падать, мы заюзаем еще один лаки. Вот здесь в уникью. Чтобы было еще. Потому что, ну, ребят, хотя говорят, что они не стакаются, не совмещаются вместе. Типа вот тут написано. Does not stack with lucky potion. Но, ребят, все равно я заметил, если я их совмещаю, если я вместе юзаю, то оно лучше падает. Буквально вот сегодня я выбил, у меня такой вот есть, еще один получается геймер. Он мне выпал, когда я заюзал 2. Поэтому будем пробовать. Так, ну чё, погнали. Значит, первый пошел, давайте смотреть. Это у нас кто получается? Это пока не понял. Я так понял, что самый сильный у нас Посейдон. Давайте пока что Посейдон открывать. Вроде как. Ну, давайте, в любом случае. Нажимаю. Значит, подождите, я поставил на автоудаление. Я по-моему, не поставил на автоудаление. Вот это будет жестко. Так, тут, смотрите, уже открыл, нифига нет. Сразу открыл и сразу нифига нет. Да, поставил на автоудаление. Слався, слався, хорошо. Все, тогда открываем. Так, это у нас получается уже 100 штук. Ребята, прикиньте, мне вот так нужно будет нажать 60 раз. Вот так, как я сейчас нажал, каждый раз вот так вот по 60 раз. Это жестко, вообще офигеть. Так, это что? О-о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 . Это то, что надо. Уже есть у нас мифик, это хорошо. Раз, два, три. Мифик один, прикиньте. Есть. И мифик сейчас второй будет. Найс, 2 мифика сразу подряд. 800 тысяч их в игре, офигеть. Это много, конечно. О, я случайно не то нажал. Я нажал 10 штук, ладно. Давайте вот тут нажимаем, вот так вот. Так, тут у нас легендарочка опять нифига не дает. Хорошо, но мне нравится, ребята, что на 50 очень быстро прокручивается. Это вообще просто прикольно, потому что так как оно на 10 прокручивается, это очень медленно. Ребята, вы прикиньте, сколько я бы времени открывал эти 40 тысяч, если бы не было на 50. Это вообще сумасшествие какое-то. Так, пока что
ничего нет. Давайте мы еще чат откроем вот здесь. Вот. Фандрикс что-то там понаубивал, но пока что не то, что надо. А ну подождите, тут вообще секретку кто-то выбивал сегодня? Ну при мне, ребят, смотрите, при мне еще секретку не убивали, поэтому у меня еще и шанс. Но говорят, что вроде бы никак неплохо падают. О, смотрите, смотрите. У нас еще один мифик, а может даже быть и два. Сейчас посмотрим. Давай. 49-50. О, найс. Но ничего шайни нет пока что. Было бы шайни, было бы, конечно, прикольно вообще, найс. А вот интересно, я не помню, ребята, они вообще, если их отсюда привязать. Кто знает, друзья, если мифики отсюда привязать, они на продажу идут сразу или нет? Вот поэтому я не знаю, конечно, потому что я еще мифики не привязывал. А мы, кстати, можем сейчас попробовать, будут они или нет. Так, сколько мы потратили уже? А ну-ка, 49. Так, мы потратили всего лишь 3000, офигеть. Ну уже, ребят, смотрите, уже у нас 493, сейчас будет 543. Нам еще осталось 5500. Но, ребят, может быть такое, что он нам выпадет и раньше. Поэтому я ничего не удивлюсь. Тут все может быть. Давайте мы сейчас посмотрим, сколько у нас. 593. Так, кстати. Может быть, раньше заюзать, ребят. Может быть, лаки раньше заюзать, чтобы оно стакнулось. Ладно, давайте, короче, вот здесь 10 тысяч мы добьем. Тут было ровно 30 тысяч. Добиваем 10 тысяч. Не хочу на 20 тысяч, хочу на 10. Раньше хотел на 20, но я что-то вижу, что прям вообще плохо падает. Даже мифики плохо падают с 50. Это вот один раз, два раза выпало, и все. Так, о, мифик. Только сказал, прикиньте, только сказал, есть мифик. Ну, ребят, я не знаю, мне кажется, или все-таки как-то получше падало, когда вы по 10 открывали. Может быть, мне приснилось, смотрите, 48, 49 мифик раз. Вот, два сразу, прикольно. 49 мифик два, нормально. Так, нам еще 5000 осталось. 5000 осталось, и юзаем еще один лаки дополнительный. Вместе будем. Ну, я смотрю, тут мифики вообще в чате хорошо падают. А вот с секреткой проблемы, конечно. Ребят, я буду, конечно, ржать, и если мне выпадет секретка... О, секретка выпала! Шайни Секрет Сич, прикиньте, секретка выпала, чуваку. Еще и шайни. Офигеть, смотрите. Юбаш, что ты такое наделал? Ты мои шансы украл. Да не, я шучу, ребята, мне все равно выпадет. Вот посмотрите сейчас, смотрите. По-любому мне выпадет, я уверен. Тут еще прикол, знаете в чем? Тут еще нельзя зайти на випку. Это общий сервак, и вы на випку зайти никак не можете. Поэтому, типа, шансы одинаковые для всех, на какой бы вы сервак не попали. Так, сколько у нас? 33-466. Так, давайте. Еще 3600. Сейчас будет 3200, походу. 3200 осталось, и юзаем еще один лаки. Что-то мне не нравится, ребята, вообще как-то странно. Очень странно это все. Так, ну, в принципе, у нас десятка ушла быстро. Почти десятка ушла. Я даже сам не заметил, как я с вами разговариваю, и быстро десятка ушла. Так, это у нас сколько? 32400, получается 32200. Так, нам еще 5 раз. 5,5 раз, и будет у нас, получается, ровно 30 тысяч. Останется, точнее. Так, давай. Ну, что-то перестали мифики падать, прикиньте. Я, кстати, их еще даже их не тестил. Вот, есть один мифик. Может быть, даже и два. А ну-ка. 7, 8. Не, а один только. Блин, ну вообще нету этих. Шайни нету. Хотя у меня шайни куплено. О, еще один мифик, прикольно. Так, а по-моему, мы уже все потратили. А ну-ка, подождите, добиваем вот это. Сейчас посмотрим, сколько у нас осталось. Так, 46, 47, 48, 49. Не, один мифик. Один мифик, и у нас... О, ровно... Смотрите, ребята, ровно 30666. Так, все. Вот это последний раз. И идем юзать. Точнее, не идем, а давайте мы заюзаем еще лаки. Все, отлично. И теперь юзаем лаки. Где он у нас? Вот он. Слава богу, у нас их дофига. Опа, все. А можно даже не один. Можно даже заюзать два. Вот так вот. Юз. И три можно даже заюзать. На 15 минут. Все. А теперь дальше пробуем. Так, 30 осталось. Добиваем, ребятки. Добиваем. Нам нужно... Еще один чувак. Смотрите. Secret Sage выбил. Да ты офигел. Да что ж такое? Это может быть, ребята, вот этот вот, который постоянно. Это может быть гарантированный, ребят. 100% это может быть гарантированный. Потому что другой чувак. Ой, два мифика или три мифика подряд только что мне выпало. Прикольно. Так, окей, ребятки, давайте теперь. Тогда мы сейчас добиваем 30 тысяч и возвращаемся. Я сейчас при вас оставляю на автокликере. Не знаю, сколько времени это займет, но мы либо возвращаемся, когда у нас выпадет секретка, либо возвращаемся, когда добьем уже последние 30 тысяч. Все, погнали. Так, ребятки, слил я вообще полностью 40 тысяч токенов. И вы не поверите, сколько мне выпало секреток, ребятки, тыдыщ. А нисколько, ребята, прикиньте. Все-таки получается, что нужно будет добивать 8 тысяч, потому что это как раз получается 1000 круток на секретку гарантированно. Блин, неужели, ребята, это вообще какой-то нонсенс, почему так? Но зато, ребята, я заметил, что если вы стакаете, даже если написано
написано, что не стакается вот это мини-лаки вообще с любым лаки, то, как вы видите, ребята, у меня мификов дофига понавыпадало. Ребята, 40 мификов, прикиньте. 40 мификов, это жестко. Еще и 3 шайни. А до этого вообще почти не падало, пока я не стал стакать. Поэтому мне кажется, что все-таки мини-лаки, супер-лаки вообще идеальное сочетание. Но только, наверное, на мифике. Не на секретке. Ну окей, давайте туда мы что мы делаем. Мы конверт делаем. 8000 нам надо, офигеть. Мы сейчас сольем кучу гемаса опять. Сколько мы сольем? Сколько мы уже слили? Это жесть, конечно. Какие-то они прям золотые получаются, эти секретки. Я уже не рад, что я вписался вообще в эту штуку. Наверное, дешевле было за гемы бы купить, если они привязаны. Кто знает, кстати, почем сейчас их продают, эти секретки за гемасы. Так, 7998 ровно. Запасов немножко возьмем. 160 тысяч гемасов еще улетело. Это жесть, конечно. О май гад. Фанрикс, Фанрикс, во что ты влез? Так, у нас еще 9 минут мини-лак и супер-лаки. Я еще сейчас супер-лаки дотрачу, ребята. Я еще не успел даже потратить все полностью, которые у нас, получается, акватокены. А мне уже полчаса прошло. Я в шоке просто. Ладно, тратим. Но сейчас по-любому должно быть. Вот прям 100% должно быть. Конечно же, потому что это гарантированно. Но я не хотел гарантированно. Я надеялся, ребята, что мне выпадет не гарантия. Что мне выпадет обычная. Ну ладно, окей. Тогда, ребятки, возвращаемся, когда у нас будет уже 100% здесь высвечивать черная звезда. И я смогу уже похвастаться секреточкой. A few moments later. Так, 5593. Офигеть. Неужели будет на 6000? Ребят, это жесть вообще. Я не верю, что мне ровно на 6000 будет. Блин, почему? Почему мне так не везет? Так, смотрите, ребятки, 5943. Мы сейчас юзаем последний. Это будет 5... Ага, не будет. Это будет 5993, по-моему. И нам нужно будет еще заюзать 8. Блин, я буду, конечно, орать. Это жестко. Это жестко, смотрите. Так, так. Так, теперь смотрите, 7. Давайте. 1. Нифига нет. Теперь 2. Нифига нет. Так, теперь 3. Так, нифига нет, конечно. Ребята, это будет по-любому на 6001. Стопудово, смотрите. Так, еще 4. Раз. Понятно, 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 понятно. Так, еще 3. 2. Так, еще 2. А, да, вот. 998. Так, ты дышь? Прикиньте, вообще до нуля добиваем. Офигеть. 5999. Так, а ну-ка, на 6, наверное, будет. А ну-ка. И... Нет, на 6 даже нет, прикиньте. Какой я везучий. Реально, реально я везучий. Все, ну теперь 100% должно быть. 1000000%, смотрите. Та-дам, вот она, вот она, вот она, наконец-то. Господи, еще и обычный, даже не шаги. 37 тысяч их в игре. Офигеть, сколько их уже много. Так, а переодеться в него можно? О, кстати, прикольно он смотрится. Вообще найс. Мне нравится, вообще найс. Так, окей, ребятки, все, теперь мы сливаем вот это вот все, что у нас есть. Только уже не аква токены, а мы сливаем вот здесь, получается, флейм токены. И, ребята, я буду юзать, я не буду уже мини-лаки юзать, сейчас добьем этот мини-лак, я буду только на супер-лаки вот здесь юзать. Там все было вместе, тут все будет отдельно, поэтому погнали сразу. А перед этим я, наверное, поудаляю, смотрите, сколько у меня было 80, 50 мификов, ребята, 50 мификов выпало, прикиньте, и 4 шайни. Мне, наверное, нужно будет их поудалять, если не места не хватит. Ну окей, давайте тогда юзаем вот здесь, сразу первый мифик. И возвращаемся уже, когда у меня будет секрет. A few moments later. Так, ребятки, как вы видите, 20 тысяч всего я потратил. Один, получается, у меня. И на 20 тысяч я получил секреточку. Вот она, вот она. Вот от меня, ребятки, поздравляют. Поздравляю, Фанрик, спасибо, ребят, тоже следят. Я в шоке, ребята, я просто в шоке, прикиньте. На 20 тысяч перед этим вообще нифига не падло. Я потратил буквально минут 12. Вот она, секреточка. Прикольно. Так, и тогда давайте быстренько сейчас на второй. То получается, еще вот этого получим. Радиант Кинга. Пока еще есть время. У меня тут, в принципе, еще время есть. И еще есть у меня место. Но я давайте поудаляю. Cell мод. Это все, ребята, мне выпало просто на обычном суперлаке. Confirm. Так, 114, отлично. Все, погнали. Теперь мне осталось только вот это добить. Это будет жестко, если не выпадет. Я буду просто рад. Я буду нереально рад. A few moments later. И вот, ребятки, свершилось, как вы видите. Уже в час
чате написано, вот здесь 48, 49, и вот он, 50-й, Radiant King, наконец-то, господи. Ребята, ну мне пришлось докупить, чтобы его получить, мне пришлось докупить, я еще 7 тысяч докупил, то есть я потратил 40 тысяч и плюс 1000, короче, 41 тысячу я потратил, чтобы его получить. И это все, ребята, на мини-лак. Я не юзал вообще, ни разу не юзал здесь. Почти все было на мини-лак, ребята. Потому что у меня быстро закончился бустик мой, который за донат. X3-лак. И я все получил, как видите, сейчас на мини-лаке. Итого, ребята, у меня такая вот ситуевина. Куча всего. Тут я немножко уже даже поудалял. У меня было 83 секретки, короче, и 55 мификов. Кинг, кстати, тоже прикольный. Мне нравится его скинчик. Ребята, ну что я вам хочу сказать? Я, конечно, рад потратить дофигища гемов, но зато все выбил. Так что в следующих роликах будем его прокачивать. Будем получать на все эти юниты, будем получать Almighty. И посмотрим, как они дамажат. Вам, друзья, спасибо, что досмотрели ролик до конца. Как всегда, не забываем ставить лайкусики. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. И не забывайте заходить в мой телеграм-канал, участвовать в конкурсах и находить новых друзей. А меня зовут Фанрик. Желаем хорошего настроения и до встречи в следующем ролике. Пока-пока!